Некоторые больницы Беларуси возобновляют обычный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. Речь идет об отдельных медучреждениях в Брестской, Витебской и Могилевской областях. В частности, перепрофилируется и перейдет в штатный режим с 21 декабря Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны. А с 28 числа филиал кардиологической больницы Могилевского областного лечебно-диагностического центра. Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января. Предполагается, что с начала нового года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физических лиц. Саммит СНГ состоится сегодня. Заседание Совета глав государств Содружества пройдет в формате видеоконференции. Среди вопросов, внесенных в повестку на рассмотрение президентов, новая редакция концепции дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий по ее реализации. Накануне утром на пожаре погибла 43-летняя женщина. ЧП произошло на улице 7-я линия. К моменту приезда спасателей соседи самостоятельно вынесли пострадавшую на свежий воздух и ликвидировали пламя. Однако медики констатировали смерть. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В лесах и на дорогах Беларуси начались специальные рейды. Так охрана борется с незаконной рубкой и провозом новогодних деревьев без документов. Нарушителям придется возместить не только стоимость каждой срубленной елки или сосны, но и вред, причиненный окружающей среде. Для физлиц штраф от 5 до 50 базовых.